А их худеть мы не пытаемся, а вечно жрём чего не попадя, а вечно пьём чего нальём, и только жены наши бедные, диетические бредные, одуревшие от бескормицы, зелень вялую жуют, а шашлычок под коньячок и соус остренький к нему желательно нарезать хоть сам мелочок очарователя. Очень вредные солёные, очень вредные с перчёнкой. Ой, а как вредные творенники и мясо жирное вообще. Говорят с тоской учёные, что опасно их копчёное. И по последним изысканиям крайне вредное вообще. А у меня система нервная, очень нервная, наверное. Я голодный сволочь сволочью, а сытый я не так уж плох. Нервы щадили, мне лечится, ах, организм сует мечется. Мясо просим, тигры, граждане, они едят чем-то полох. А вся грудинки пожирней, еще личинки к ним, да лососинки к ней. Стаканчик мне снова вина, но изумительно. Проповедуют умеренность, аскетизм и поддержание. Говорят, умерь желание, а с мужем и женами поспорим с этими аспектами. Но как с морковными котлетами, философия, а у морковных, у котлет она сыта ниже многого. А нам развеяли иллюзии, кому не ездить демократия. Обернулись пустяком идеалы наши стыли, а горизонты наши сузили. Не хотят опять последствия, с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь, здесь пахнет пряностью и дикой радостью. Но как же можно без гуся? Нет, не дождетесь. Так что дай вам Бог здоровьичка, а также стула регулярного.